Человек, который известен в Гагаузии, много сделал полезного, много работал, оказывал огромное содействие в издании книг, все, что связано с историей гагаузского народа, с исследовательской деятельностью. Человек, патриот, который любит свою Гагаузию. Мои поздравления. Ну, есть еще. Я хочу сегодня зачитать постановление за многолетнюю плодотворную научно-исследовательскую деятельность, значительный вклад в дело сохранения и исследования истории, культуры, традиций и обычаев гагаузского народа и в связи с 60-летием со дня рождения присвоит почетное звание заслуженный работник культуры Гагаузии, начальника отдела истории и этнографии научно-исследовательского центра Гагаузии имени Марии Васильевны Магневича, Булгар Степан Степанович. Заслужил. Спасибо. Раз в 60 лет можно. Будь здоров. Спасибо.